Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Ежегодно 27 июня в России отмечается День молодежи. Вот уже третий год в преддверии этого праздника стало доброй традицией проведение велогонки в Кашхабльском районе. Целями и задачами мероприятия являются развитие велоспорта в Кашхабльском районе, пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших велосипедистов. Организатором ежегодного турнира выступает администрация муниципального образования Кашхабльский район. И в этот раз велогонка прошла на центральной площади аула Кашхабль. В данном мероприятии приняли участие представители молодежи из всех поселений района. Поприветствовать участников турнира пришли глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Стало традиционным уже проведение велогонки на День молодежи. Именно на День молодежи я вам хочу пожелать здоровья, успехов. Именно за молодежью следит вся страна, именно за вами будущее. Есть известное выражение: молодость – это тот недостаток, который быстро проходит. И это на самом деле так. Я вам желаю, чтобы вот этот возраст вы использовали с пользой. И сегодня вот вы личным примером показываете участие в Дне молодежи, в велогонке. Я хочу, чтобы вас и остальные жители района брали пример. Я знаю, что сегодня не будет побежденных. Сегодня будут одни победители. И это те, которые участвуют в велогонке, те, кто организовывал это мероприятие. Поэтому удачи всем вам. Хочется пожелать всей молодежи нашего района, прежде всего, здоровья. Раз сегодня День молодежи, здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы росли всегда такими молодыми, спортивными. И сегодняшнее мероприятие было еще дополнительным стимулом для этого. В жизни у вас очень много задач, которые вам придется решать. Но считаю, что прежде всего, главное, чтобы в жизни у вас было здоровье. Остальное все приложится. Пусть сегодня победит сильнейший, и вот эти прекрасные призы достанутся сильнейшим. И это в дальнейшем стало еще более хорошим стимулом для этого мероприятия. Удачи вам, ребята! В турнире приняли участие как юноши, так и девушки. И вот спортсмены вышли на старт. После предварительного инструктажа гонка началась. Все участники велопробега продемонстрировали не только отменную физическую подготовку, но и дисциплинированность, уважение к правилам дорожного движения. Настал самый ответственный момент – награждение победителей. Третье место в женском забеге получает Чембухова Алина. Место завоевала Хаконова Диана. Первое место и новый велосипед получает Ноголева Кристина. Место в мужском забеге завоевал Радаманов Денис. Второе место Шаханов Нурдин. Место и новый велосипед получает Шаханов Мурадин. А теперь специальный приз от главы администрации муниципального образования Кашхабльский район Хамирзова Заура Аскарбеевича вручается Берзеговой Зите за участие в районном и республиканском мероприятиях, посвященных 85-летию народного писателя Исхака Машбаша. В конце мероприятия все участники велогонки получили сладкое угощение от администрации района.